Накануне 29-й годовщины независимости Украины в Одессе состоялось традиционное вручение почетных государственных наград и званий выдающимся деятелям региона. За заслуги в строительстве правового государства, личный вклад в развитие национального юридического образования и науки, подготовку высококвалифицированных специалистов в отрасли права, многолетнюю плодотворную научно-педагогическую и международную общественную деятельность, почетные награды президента Украины, заслуженный юрист Украины был отмечен ректор Международного гуманитарного университета Константин Громовенко. Хочу поблагодарить коллектив Международного гуманитарного университета во главе с президентом Международного гуманитарного университета академиком Киваловым Сергеем Васильевичем. Особо хочу отметить, что это заслуга всего нашего дружного коллектива. И также мне хотелось бы поблагодарить председателя Одесской областной государственной администрации Максима Васильевича за поддержание и представление награды, а также президента Украины Владимира Александровича Зеленского, который, собственно, издал этот указ. Весной на базе университетской клиники Одесского мединститута Международного гуманитарного университета при поддержке Украинской морской партии Сергея Кивалова был создан Центр борьбы с эпидемиями, противодействия коронавирусу и защиты от пандемии COVID-19, где все жители Одессы и области имеют возможность бесплатно сдать тест на наличие антител к вирусу COVID-19 и получить иммунный паспорт одессита. Работу Центра защиты от пандемии оценил и губернатор области Максим Куцый. Ранее он сам проходил здесь тестирование. Инициативы подобного рода очень важны, необходимы, особенно в тех условиях, в которых мы находимся на сегодняшний день. Это вот тотальная борьба и тотальное сопротивление не только в рамках области, в рамках всей нашей страны, всего мира, и борьба с коронавирусной инфекцией. И такие инициативы, которые способствуют выявлению, лечению и сопровождению все-таки выявленных и подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, очень необходимы и важны. Поэтому огромные слова благодарности только за такую инициативу и за ту работу, которая была проделана. Международный гуманитарный университет – признанный лидер в сфере высшего образования. Победитель в номинации «Международная деятельность» по версии рейтинга «Народное признание». ВУЗ – лидер по количеству иностранных студентов, которые здесь обучаются. На протяжении 17 лет университет активно развивался, создавались новые востребованные специальности и направления подготовки. Открывались новые кафедры и факультеты, расширялась материально-техническая база и увеличивалось количество студентов. Сегодня в ВУЗе успешно обучаются почти 6 тысяч студентов и трудятся более 1500 сотрудников. За 17 лет университет стал настоящей агломерацией, объединив целый ряд инфраструктурных объектов. Университетскую клинику, две ультрасовременные студенческие стоматологические клиники, первую в Одессе студенческую аптеку, крупнейший в Одессе спортивно-оздоровительный комплекс, расположенный на самом берегу моря на 8-й станции Большого фонтана. Благодаря открытию этих объектов найти высокооплачиваемую работу по своей специальности смогли представители самых разных профессий и рода деятельности. Ученые, педагоги, медики, инженеры, строители, люди творческих профессий. Таким образом, лидером Украинской морской партии Сергеем Киваловым было создано не одна тысяча рабочих мест. И этот весомый вклад в решение глобальной для нашей страны проблемы безработицы высоко ценит высшее руководство страны.